Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. 23 августа на канале Домашний состоится показ сериала «Любовь без права передачи». Катя живет в небольшом провинциальном городке и работает регистратором в местном ЗАГСе. После смерти матери она невольно стала главой семьи и вынуждена заботиться об отце и беременной сестре. А тут еще и банк грозит им выселением из квартиры за долги по ипотеке. На плановом осмотре у семейного врача Катя узнает, что отец ей не родной. Ее настоящий отец предположительно пациент больницы, где мама когда-то работала медсестрой, столичный ловелас Шестаков. Найдя в интернете статью о бизнесмене года Владимире Шестакове, Катя отправляется к нему в элитный коттеджный поселок в Химках. Там в случайном ДТП ее чуть не сбивает машина, за рулем которой Сергей, молодой врач-терапевт. В извинения он готов довести Катю до дома. Во время поездки Катя и Сергей сближаются. Они понимают, что нашли друг друга родственные души и договариваются встретиться снова. Сергей возвращается в столицу и заходит в дом к Шестакову. Сергей – сын Шестакова и брат Кати. Показ сериала состоится 23 августа на Домашнем. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!